В 12-м микрорайоне мобильная ярмарка «Привоз» работает по четвергам и воскресеньям. Сегодня рынок выглядел бледно и по числу торговых палаток, и по представленной продукции. Мэр обратил внимание на минимальный ассортимент и поручил работать над привлечением местных производителей. В Ивановской есть, допустим, рынок, да? Зайди, посмотри. Если цены соответствуют, допустим, меньше наших, скажи, приезжайте, мы бесплатно предоставляем вам торговые места. Покупатели ярмарки «Привоза» говорили о самом наболевшем сегодня – о ценах. Здравствуйте, разберитесь с ценами. Что такие это, дорогие? Поэтому же смотрим. Изучать мнение покупателей и покупательский спрос поручил Сергеев своим заместителям. Из 10 3 человека скажут действительно, чего не хватает. Понимаете? Спросите, скажите, а что бы еще надо привезти, чтобы вы купили? К весне ярмарки «Привозы» должны быть приведены в порядок. Площадки под рынки благоустроены, прилавки наполнены нужной для людей продукцией.